Всем привет, с вами Алекс и сайт rmpc.by. В этом видео хотелось бы больше углубиться в установку и вообще, что сейчас с PUBG Lite творится, потому что на ютубе много гайдов, все легко и просто, за 2 минуты установили, играете. Но на самом деле у большинства не получается. Хотя да, вышла PUBG Lite, это для ПК, бесплатная версия Battlegrounds. Вообще требования никакущие, фактически 2 ядра, 4 оперативки, встроенная видеокарта. Все хотят, но не получается запустить. Сейчас будем смотреть и разбираться, посоветую что да как. Но для начала хотелось бы вам рассказать про канал Андрея Малярчука, на котором вы можете найти много интересных прохождений, каких-то советов, гайдов по всему, особенно по старым играм, прохождения Underground, типа и других. Сейчас хочет переключиться на новые, какие-то вроде PUBG Lite, советы, гайды, инструкции. Поэтому если хотите больше знать о этих играх, то канал Андрея Малярчука, ссылка в описании. Итак, поехали. Значит, что я вам хотел сказать по этой ситуации? Да, PUBG Lite вышло, очень круто, очень заманчиво, бесплатно, но только в Таиланде пока. Желательно, конечно, подождать европейской версии. Но если не терпится, для тех, кто хочет, смотрите, как все работает. Первым делом создаем аккаунт, то есть идем сюда. Вот, но эта статейка будет в описании, я ее дополняю, все видео здесь будут, советы, гайды, повысить FPS, все здесь. Значит, первым делом вот, заходим, регистрируемся, создаем себе учетную запись. Все просто, здесь заполнили, сделали. Дальше здесь вот выше ссылочка, это скачать сам лаунчер. Тоже все просто. Копируете, вот если D там не докопировалось, то сами тут допишите ее, D там, и все будет у вас огонь. Вот, зайдете. Так, здесь получается, попадаем на страничку, здесь вот не на английском даже. Все, что нам здесь нужно, это просто нажать вот сюда, скачать, и у вас скачается лаунчер. Все, он сейчас скачается. И дальше его просто установить игру. Это тоже вот делается буквально несколько щелчков. Единственное, тут вот только нужно в одном месте. Далее, вот здесь переключить наверх. Далее, окей, и все. Ярлык на рабочем столе. Все, установили. Дальше уже нам нужно будет сменить наши IP, потому что игра доступна сейчас только для Таиланда. Что для этого делаем? Первое, заходим сюда, в часы, сменить часовой пояс. Значит, сменяем часовой пояс на Таиланд. Плюс 7. Здесь будет написано Бангкок. Так, вот, плюс 7, Бангкок, столица Таиланда, окей, окей, перезагрузили ПК. Дальше что нам нужно сделать? Дальше нам нужно или VPN, или прокси. VPN это расширение в браузер, которое меняет ваш IP. Но я перепробовал, они фактически все не рабочие, уже там забиты, бесплатные и нету смысла. Единственное, что очень круто, это прокси. Тоже меняется у вас IP на вашем ПК и намного больше вариантов его использовать. Смотрите, для этого что делаем? Берем, пишем в поисковике прокси сервера бесплатные, Таиланд. Все, здесь вам выдастся миллион страниц, скачайте, пробуйте сколько хотите. Но я, честно говоря, полутора пропробовал и у меня не получилось зайти. Вот именно уже блокирует, наверное, сам лаунчер, потому что слишком много каких-то обращений странных. Но вот. Прокси всевозможные, какие хотите. Что для этого? Выбираем тебе какой-то прокси. То есть, ну тут какой вам уже понравится. Их вам придется много перепробовать. Вот копирую, как на ПК меняется IP. Ну и вообще прокси. Это полезно и в других ситуациях будет. Поэтому смотрите, свойства панели управления, свойства браузера. Здесь переходим в подключение, настройка сети. Здесь убираем, здесь ставим. И Ctrl-V и 38183 у меня порт тут, да? Да, 38183. Окей, все. Сейчас поменяется мой айпишничек. Вы даже можете в Яндекс, ну, в любом поисковике набрать мой IP и увидите, что у вас там Бангкок сменилось. Все. Вы сменили IP, сменили часовой пояс, сейчас пробуете заходить. Значит, в чем сейчас ситуация будет? Смотри, вот сейчас у меня музыка, потому что IP сменился, вот прекратил проигрываться, сейчас переподключится. Захожу по PUBG Lite. Ярлычок. Если у вас написано failed, то есть или error, значит айпишник пока еще не применился или не сработал. Ищите другой. Я еще раз пробую, но должно подключиться странно, потому что вроде бы музыка продолжила играть. Да, все получилось. Сейчас вот оно подключится. И тут я пишу пароль в своей учетке. Ну, почту и пароль. Так, я вроде бы кнопку правильно набрал. Да, но вот ситуация в том, что если вы видите вот такую картинку с такими вот буквами, то значит мне написано, скорее всего, в вашем регионе недоступно. То есть делайте до того, до тех пор, вот айпишники вот эти все подбираете и порты, пока у вас здесь не появится тут кнопочка тоже, ну тоже на тайландском, нажмете ее и у вас начнется скачиваться клиент. Ну и потом заходите уже играете. То есть пока вот это у вас не пропадет, вы не подключились еще. Соответственно, пробуйте, перепробуйте. Но даже в такой ситуации, если вы подключились, у вас будет высокий пинг, могут быть проблемы. Поэтому я рекомендую подождать лучше PUBG Lite, когда выйдет для Европы. Я здесь все сообщу, вам тоже видео сделаю, потому что пока крайне сложно подключиться. Пока рекомендую вот лучше играть в Ring of Elysium. В Steam бесплатно, системки никакущие, тест я уже делал в описании, на слабых ПК работает. Поэтому все ссылки в описании. С вами был Алекс и сайт rmpc.by. Надеюсь, что прояснил ситуацию. Спасибо за просмотр.